Башкортостан из федерального бюджета получит почти 266 миллионов рублей на выплаты медикам, которые лечат больных коронавирусом. Выделить дополнительные средства регионам поручил президент страны Владимир Путин. Башкортостан на 6-й строчке по размеру транша. В первую тройку вошли Санкт-Петербург, Московская область и Малоненецкий автономный округ. Средства должны поступить в течение 3 рабочих дней со дня подписания распоряжения. Напомню, большая часть федеральной господдержки региона в борьбе с COVID-19 в размере 6,5 миллиардов рублей направлено на выплаты медработникам. С учетом отпускных на эти цели с начала пандемии было выделено порядка 3,5 миллиардов. Региональные доплаты в марте утвердил глава республики Ради Хабиров. Врачам положено 25 тысяч рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу 15 тысяч рублей, а младшему 5 тысяч.